Добрый день, дорогие мои друзья, youtube.com, Милозов, приветствую вас на своем канале. Я на рыбном лаба здесь, это Куйбышевский рынок. Я хочу сказать, что я настолько приятно удивлена сейчас. Я хочу отправить, вот, ну, как бы, показать и рассказать нашим друзьям, нашим гостям, что вот у нас вот, вот такой шикарный выбор. Но имейте в виду, что это рублевая цена. Рубль надо, если на гривну, то делить на 3, там, ну, с копейками. Я очень вообще приятно удивлена. Я ездила в Америку и пробовала лобстер. В ресторанах и это супер. Ну, конечно, это из Канады лобстер. Это замечательно. Просто это надо, наверное, как говорится, сейчас будут праздники, нужно будет взять и приготовить дома. Это вкус снятина. Я очень люблю жареную креветку. Креветка королевская. Мне очень-очень нравится. И особенно тигровая креветка. Вот, лангусты есть. Я просто в восторге от всего этого. Я не ожидала. И я скажу, что вот за этот, ну вот этот год, у нас, можно сказать, 14-15 год, у нас уже, ну как бы, поставки идут российские. И, ну, я просто приятно радуюсь, приходя на рынок. Пожалуйста, вон пеленгас, это цены в рублях, но это все можно почистить и можно классно приготовить. Не крупненький, хороший такой. Вот. Сейчас я жду, подойдет продавец, и я буду для себя покупать. Мы уже договорились, мне нужно выбрать. У нас сейчас подойдет сюда, вот и копчение есть, все есть. Вообще супер, просто супер рынок. Мне нравится этот Куйбышевский рынок, замечательно. Так что, дорогие мои друзья, в Крым приедете, у вас есть большой-большой выбор продукции. Вот. Заходите на мой канал,